У шимпанзе Фельдмана Копарк родились два малыша. Они появились на свет с разницей в месяц, 19 декабря и 19 января. Шимпанзенку, родившемуся в день Святого Николая, дали имя Коля, а второго харьковчане в соцсетях решили назвать Цезарем. Оба мальчика родились. Мама Чита и мама Джуди. Отцы Боник и Микки. И дети и мамы чувствуют себя хорошо, питаются хорошо. Пытаемся сделать все возможное, чтобы было у них самое лучшее. Все. Первый раз они рожали. Они все смотрели, даже мальчики, там же есть смотровые окошко, они все видели, как это все происходило, как это все рожалось. Потом, как они выходили к ним ближе через клетку, потом они хвастались, вот смотрите, вот ребенок. Они очень благодарны, кстати. Когда я захожу в клетку к ним, она обычно подходит и обнимает за ноги, склоняет голову. Классно, конечно, ощущение обалденное. Малышей вместе с их мамами посетители Фельдмана Копарк могут увидеть через стекло в зимнем доме обезьян. А уже ближе к лету шимпанзята станут выходить на прогулку в открытый вольер.